Смотри видео внимательнее, в нем спрятаны промокоды на контейнеры. Всем здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Сегодня будет слегка необычный ролик, я буду тестировать устройство, которое я купил на скидках. Называется оно крупнокалиберные снаряды, оно предназначено для рельсы. И тестировать я его буду на своем мульте, это младший лейтенант. Блин, кстати, песню такую кто знает. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Прикольная была песня. Короче, получается, что у меня на этом аккаунте рельса, я прям так видосы назову, рельса М4, потому что у меня она как бы М3-сия. Ну, то есть М2 прокачанная до М3. И плюс к ней еще добавлять вот это вот устройство, которое еще на 40% добавляет урон и минимальный, и максимальный. Да, конечно, там перезарядочка страдает, но я думаю, это не страшно. И посмотрим, я думаю, она себя просто идеально проявит. Давайте я пока что сыграю команда на команду, а потом уже, нифига себе, одна секунда. А потом уже в отдельной катке я запишу тест этой рельсы в режиме ДМ, ну, короче, там, где каждый сам за себя. А пока я хочу просто понять механику, как долго мне придется ждать перезарядки, ну, потому что в два раза это вам не хухры-мухры. Короче, поехали, я сейчас, чуваки, дайте мне респануться, будет все круто. И первая жертва моя — это хорек, ну, естественно. А я надеюсь, что я сегодня получу просто кучу кристалликов. Так, и сейчас он опять попадет под раздачу. Хопа, даблкил хотел, не получилось. А, так, еще сейчас один чувак попадет. Да-да-да-да-да, ощущается. Ребята, реально, я очень сочтил. То есть я уже должен был выдать рельсу. Не трогать, это моя штука. Ах ты, смотри, какой говнюк. А, кстати, я сейчас попробую УПшечку выдержать. Так, моя минка. Опа, блин, ёлы-палы. Хотел я кое-что сделать, кое-что провернуть. Но у меня нифига не получилось. Так, ну и ладно, ну и ладно. А я сейчас здесь буду, ну, скажем так, достойно минироваться. Блин, он там с ДДшки валит. Ай, чувак, 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 не бей меня. Иначе я тебя убью. Так, ладно, отлично, отлично. А можно вообще... Так, это должен быть мой килл. Ух, ни хрена себе, сколько там всяких ребят опасных. Блин, да как он попадает-то? Я же заехал. Так, вот этого надо выносить прям стопудово. Отлично, готов. У них еще двое там на респе стоят. А нет, это вообще наш чувак стоит. Окей, окей, брат, к тебе претензий больше пока что нет. Так, 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 так. Опа, до свидания, Вася, до свидания. А, ну да, сейчас будет, конечно, лютейший нагиб. Блин, он мне сбил прицел. Я, кстати, вовремя, вовремя, очень вовремя сейчас занарил. Иначе меня бы просто вынесли, как собачку. Блин, куда я сейчас рельсу дал, вообще не пойму. Так, здесь тоже нужна минка. Без нее никак. Так, одну минку поставил, надо уходить сейчас этот, потому что будет по-любому выезжать. Ай, блин, ёлы-палы, меня все-таки убили. Один раз меня убили, но все равно катка получится, я думаю, нормальная. А, кстати, вот неплохая нычка. А почему я здесь-то не стоял, вот реально? Тут тоже довольно неплохо. Не, конечно, не так хорошо, как в той. А вообще, знаете, что я придумал? Я сейчас уеду, я сейчас приеду прямо к ним на базу. И дам им такого жару, что они просто офигеют, я вам реально говорю. Так, чувак будет прыгать, да? Нет, он вроде не прыгает, а то он просто так раскачки хотел добиться. А так, а приеду я знаете куда? Парни, вот если бы вы сейчас кто-нибудь овердрайв мне раздал, было бы, конечно, вообще круто. Так, так, давай, давай, езжай первый. О, чувак башни вертится, это мой любимчик, давай, проезжай. Ну да, я, короче, не понимаю, нафиг он вообще тут... Нафиг он вообще сюда приехал? Так, сейчас будет ваншот, да? Да, чувак, лучше бы ты упал, как говорится. Так, смотри, смотри, кого я вижу, кого я вижу. А вижу я вот этого челика. Опа, так. И еще сейчас будет один килл у меня. Опа, до свидания, Вася. 3,5 почти 1000 урона, да вы с ума сошли, ребята. Слушайте, блин, а как я сейчас не прострелил-то его, а? Опа, отлично, отлично, просто наказал. Блин, да как он меня жгет, вы что, прикалываете, что ли? Не, парень, ты больше не попадешь. У них тут целая база. Ух, ни хрена, сейчас был тройной прострел. Я просто сейчас влупил тройную рельсу, давай быстрее, ёлы-палы. Не, парень, не надо сваливать отсюда, по-любому, по-любому. Опа, и меня вынесли. Ну, я, в принципе, так и знал. Ну, 12 киллов у П6, это круто. Ну, потому что мы их, на самом деле, сейчас реально зажали прям вплотную. Им деваться, ну, по сути, некуда больше. Давай, давай, давай.
Главное сейчас, чтобы мне прицел не сбило. Будет все четко, блин. Как он попал-то по мне, а? Не, надо все-таки скушать аптечку. Иначе добром не кончится. Так, раздайте кто-нибудь овердрайв, что ли, по-братски. Че вы как эти-то, а? Эх, ладно. Давай, брат, овердрайв, давай. Да вы еще свалите меня, давайте. О, красава. Вот это реально. Ух, ни хрена себе. Смотрите, что там творится. Там же вообще беспредел. Так, валить надо вот этого. Ай-яй-яй. Да, ребята, на самом деле ощущается вот это долгое время перезарядки, потому что... О, отлично, я думаю, сейчас мне гром собьет. Так, тихо. Опа, до свидания. Ты за мной поедешь вообще, нет? Да, я смотрю, он едет, но это ему, конечно же, ничего не даст. Опа, хотел сквозную дать, нифига не получилось. А ну и фиг с ним, как говорится, что. Ай-яй-яй, и опять меня убили. А зато этот жигант упал в минус. Смотрите, у нас счет это, команда убегает, их больше. Так, не трогай вот эту штуку, и все у тебя будет хорошо. Красава, сейчас громом мы вынесем просто как сраную бумажку. Так, что-то я смотрю, они офигевать стали. На самом деле мне, думаю, сейчас мамонт вынесу, 2700 по мамонту дал. Это неплохо. Так, а сквозную? Хотелось бы сквозную рельсу, но там уже некому ее давать. Так, ладно. Сейчас меня будут атаковать, скорее всего, оттуда. Опа, кто-то там получил овердрайв. Так, смотрите, я вижу кончик танка. Копа, блин, я дал в минус. Так, чувак. Блин, как долго заряжается рельса, реально. Мне реально сейчас... Не, конечно, можно привыкнуть. Сейчас, смотри, в минус кину. И... Хопа. Да, блин, ты что творишь-то, придурок? Ну, взял мне и сбил рельсу, вот дегенерат. Вот как еще таких мне называть? Это просто конченый. Взял, подъехал ко мне на своем говнорикошете. Ай-яй-яй, сбили мне прицел. И просто выстрелил меня. Ну, конечно, у меня прицел собьется. Да, блин, смотри, он второй раз меня сбил. Ты что, придурок, вообще, что ли, попутал, а? Вот, круто, когда, да, я вот так вот делаю. Ну, короче, вообще, просто жесть. Вот реально жесть. Так, миночку оставляем и валим. Не, ну мне, скорее всего, хана, я все-таки догорю, да. Но зато я огнемет отвел от базы. Блин, меня что-то с первого места скидывают. И почему у нас так мало стало этих игроков в битве? Я что-то вообще не понял. Соберитесь, бараны. Да, я еще промазал, да. Это вообще просто супер. Так. Кого бы там прессануть? Так, у меня есть овердрайв, парни. Все ко мне. Так, друган, давай-ка мы вот так вот сделаем и погнали теперь их крошить. Блин, выпал бы еще голдик, был бы вообще четко. На-ка тебе, Вася. Давай, добивай, брат. Аптека ему не поможет, отвечаю. Опа. Не пойму сейчас, куда я дал рельсу или вообще, может, я ее не дал. Не, долго перезарядка, это стопудово. Но зато килл я сделал, это круто. Опа, еще один килл. Так, замечательно, давай. Я не знаю, что мне сейчас нарить на самом деле. Лучше, наверное, вообще отсюда свалить и оставьте миночку. Чувак, давай овердрайв. Красавчик, ты лучший. И кто-то, кстати, подорвался ведь на моей минке-то. Так, давайте вот сюда вот заедем. 72-41, пока что я на первом месте. Но это только пока. Отлично, минус один, и сейчас будет минус два. Да, минус два, 3000 урона раздаю, и это просто изи. Опа, на-ка тебе, чувак, не ожидал, да? Ну, я тоже не дурак. Так, кто у нас там где, я что-то вообще не пойму. Опа, на-ка тебе еще. Отведай-ка силушки богатырской. Трепещи же племя бусурманское перед богатырем русским. Ты как все проехал, чувак? Ну-ка, пошел сюда. Да дай мне уехать. Ёлки-моталки. Блин, у меня же там мина была. До свидания, Вася. И смотри, этот челик едет ко мне. Да такой вот вообще наивный. Я офигею, на самом деле, от таких иной раз. Откуда этот взялся? Я, блин, этого... Они меня просто окружили. Вот вонючки. Ну, смотрите, мы в меньшинстве реально тащим. И тащим 25 киллов я сделал. Это, по сути... Ну, это неплохо. Это, по сути, четверть от всех. Так. Смотрю, едет твинчёныш, который сейчас у меня получит. Блин, по мне аж 3 рельсы. Так, ДДшного я слил. Это круто. Так, сейчас будем сливать вон этого. Опа.
Одну дал ему плюху, ну, кстати, я помог. Так, я не буду тратить свою ДАшку, я просто вот у них заберу. Так, давайте, давайте, чувачки, где вы там? Ну вы же все такие сильные, вы же все такие смелые. Хопа, до свидания. Ай-яй-яй-яй, забери каминочку. Опа. А еще овердрайвчик мой отхавай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, счет 91 у нас. Опа, до свидос, Вася. До свидос, так, сейчас этого я вынести должен. Давай, прыгай, красавчик. Сейчас этого тоже должен вынести. Парень, ты что там делаешь-то, а? Опа, до свидания, дядя Вася. Ну-ка, капец, 500 опыта. 31 килл. Опа, блин, не попал по ним, жаль. Жаль, что не попал на самом деле. Опа, так, валим, 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 валим. Миночку ставим и валим. Давай, до свидания, Вася, Вася, до свидания. Куда ты по мне лупишь, дегенерат? 90, так. На-ка, до свидос. Ну еще, еще, блин. Я сделал 34 килла, а всего сделали 98. Просто кончилось время. И по сути, 900, 1000 кристаллов почти получил. Это реально круто. А что-нибудь в чате про меня писали? Нет, ничего не писали. Но я фактически в одиночку сделал треть киллов от всех, что сделала моя команда. А Дарильса стал стрелять реже. Но на самом деле, ребята, если грамотно играть, если каждую рельсу пускать в дело, а не шмалять куда попало, то можно очень неплохо нагибать. А, ну и следующий свой тест я сделаю в режиме ДМ. Это, наверное, будет уже в отдельном следующем ролике. А пока давайте посмотрим, что мне упало за седьмую цепочку ежедневных заданий. Та-дам! Это седьмая цепочка на младшем лейтенанте. 3 контейнера, 10 батареек. Кстати, у меня на этом аккаунте нету дронов, и мне как бы батарейки особо ни к чему. Может, когда-то куплю, но пока не нужны. А, и по 59 единиц всех припасов и 20 аптечек. А, ну, думаю, ну, неплохо, неплохо. Ни много, ни мало, как говорится. А, еще 3 недели мне осталось, и у меня будет здесь максимальный приз за неделю. А, в общем, вот такой ролик, ребят, получился. Если вам понравился нагиб на рельсе, обязательно ставьте лайк. На канал со подписчиком. В этом также ролике были промокоды на контейнеры. Так что, кто нашел, пишите в комментах, что вам выпало. Ну, а с вами был Миха. Всем пока и до новых встреч. Удачи!